Впереди летние каникулы. Дети будут гораздо больше находиться на улице и не всегда под присмотром взрослых. Чтобы доступно рассказать ребятам о том, какие опасности их могут подстерегать, в детских лагерях проводят специальные уроки с участием полицейских. Представители силовых структур, представители различных служб и ведомств, которые всегда с удовольствием откликаются на наш призыв и приходят к нам в гости с профилактическими беседами. Ни коробки, ни пакеты, даже не смотри, а зови на помощь взрослых. Для ребят из Барвихинского летнего лагеря сотрудники полиции провели викторину в игровой форме. Не поднимать подозрительные предметы на улице и не доверять незнакомцам. Свои 8 лет Ксения отлично знает эти правила. Я узнала интересно, что нельзя подходить к незнакомым людям и общаться с ними, и не трогать незнакомых предметов. Зачастую дети бывают слишком доверчивы. Профилактические беседы помогают предостеречь школьников от опасных ситуаций, подчеркнул член общественного совета при УМВД. Сегодня замечательное мероприятие, оно связано с плановой работой как нашего УВД, как членов общественного совета, да и вообще всех взрослых людей. Я думаю, мы должны быть все озабочены тем, каким образом детишки проводят свое вот свободное время. Опасностей много, мы должны их предостеречь, мы должны быть с ними рядом, мы должны им что-то рассказать, показать. С вопросами викторины ребята отлично справились и пообещали полицейским соблюдать правила безопасности, чтобы каникулы прошли без происшествий. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».